Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается автоматически и удерживается с заработной платы. Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию на доходы физических лиц. Если у вас недостаточно опыта, то лучше обратиться в налоговую инспекцию. Более того, в апреле проводятся дни открытых дверей. Режим работы в будние дни с 9 до 20 часов, в субботу с 10 до 15 часов. При этом представление налоговой декларации не означает необходимость незамедлительной оплаты налога. Исчисленный в декларации налог необходимо уплатить не позднее 15 июля 2019 года.